Давайте откроем свои сердца. Давайте подойдем, примем хлебопреломление сейчас. Иисус живой. Иисус, Он настолько живой. Но люди не хотят принимать Иисуса в свою жизнь. Люди не хотят даже слышать об имени Иисуса Христа. Церковь, но мы знаем, кто есть Иисус Христос. Мы знаем это имя. И не просто знаем понаслышке. Мы встретились с этим именем. Каждый может рассказать о встрече с Иисусом. Каждый живой человек. Это очень уникальное время. Иисус. Пусть сегодняшняя молитва будет направлена на понимание. Пусть сегодняшняя молитва будет направлена в сердце, в разум и в душу. Иисус, мы просим Тебя, любимый, расставь все на свои места. В этом мире мы видим хаос, беспорядок, грязь. Мы просим Тебя, Иисус. Мы просим Тебя, любимый. Наведи порядок в нашей жизни, в каждой личности, в каждом доме, в каждом районе, в каждом городе, в каждой стране. Иисус. Пусть придет понимание Твоим детям о вечной жизни, о жизни здесь, на земле. Пусть придет понимание не только тем людям, которые сегодня двигаются в служениях, которые сегодня идут уже в Твоей воле. Пусть придет понимание сейчас в атмосферу, что Ты есть. Что Ты есть. Отец. Небесный Отец. Мы знаем, что это последнее время. Каждого из нас. Вскрой источники. Открой источники. Твоей любви. Твоей чести, Твоего прорыва, которые смогут донести имя Иисуса Христа в свои дома, в свои города, в свои страны. Бог, понимание о власти Иисуса Христа, понимание о милости Божьей, понимание о благодати Божьей, понимание о защите Божьей, понимание. Внимание в душу.
с нашим поколением, которые сегодня здесь, на земле. Столкнись. Пусть твоя сила столкновения сойдет с небес. Любимый Папа Небесный, любимый Иисус, любимый Дух Святой, любимый, мы здесь. Твори сейчас эту атмосферу молитвы, твори, Бог. И все, кто сейчас слышит эту молитву, Бог, открывай! Открывай! Срывай печати! Печати духа этого мира! Отец! Пусть будет сейчас разорвана цепь ада в человеческой жизни. Невидимая цепь, которая удерживает миллионы людей. Бог! Мы знаем, кто мы во Христе. Поэтому мы не считаем, сколько нас. Мы знаем, что внутри ты, в нас, Иисус. И кто стоит перед нами, сколько человек, сколько взглядов, деноминаций. И уже религии нам все равно. Пусть придет понимание жизни со Христом. Пусть придет понимание. Внимание Бога! Послушай! И прими! Израиль — маленькая страна, но имеет силу! Бог был с Израилем, и они побеждали сильного врага, который превосходил в количестве воинов оружие. Я прошу тебя, прими сейчас и живи в этой молитве. Бог с тобой. И не важно, кто сейчас вышел с тобой на войну. С тобой Бог. И не важно, кто сейчас стоит перед тобой и что стоит. Возможно, это физическая болезнь. Возможно, это твоя проблема, которая тянется с самого твоего рождения. Возможно, это человек. Возможно, это какое-то событие в твоей жизни, прошлое, который не дает тебе покоя, но который еще стоит перед тобой. Хочешь ты признавать или нет, ты являешься победителем сейчас этой ситуации. И Дух Святой наполняет тебя сейчас этой силой. Что ты носишь имя Бога, всемогущего, вездесущего Бога, который никогда не предает и не предавал,
имя Бога, который имеет имя скала, крепость, буря, ураган, любовь, свобода. Сейчас реально Дух Святой заполняет атмосферу этими словами, которые сегодня очень редки в наших фразах. Свобода, любовь, сила, честь, выдержка, долготерпение. Происходит сверхъестественно. Мы знаем, что это не наиграешь, поэтому мы здесь, в Твоем Царстве. Войди сейчас в молитву, войди сейчас в Его Царство, войди сейчас в атмосферу Духа Святого, и ты услышишь, и ты увидишь. Что давно тебе показал Бог, ты услышишь то, что Он уже говорил тебе и говорил тебе не раз. Ты живой, ты ребенок Бога. Продолжай идти, продолжай идти, продолжай идти. Продолжай идти в познании. Продолжай идти в понимании. Продолжай идти в мечте. Продолжай идти в воле Бога. Продолжай. Пусть твое хотение, твое желание, то, что ты хочешь видеть, оно умрет сегодня. Пусть сегодня настанет жизнь воли Бога. И мы знаем, Бог, что сейчас именно твоя воля здесь на земле, как и на небе. Воля, которая останавливает грех. Воля Бога, которая поднимает с земли растоптанных людей грехом и зависимостью. Воля Бога, чтобы люди оживали в атмосфере молитвы, чтобы люди слышали, видели творящим Бога. Открой глаза! Бог! Иисус! Дух Святой! Раскрой глаза, прошу тебя! Понимание! Что мы сейчас видим, понимание, то, что мы сейчас слышим, а слышим мы только одно: кризис, война, разводы, алкоголь и наркотики. Так вот, то, что ты сейчас слышишь, молись против этого и призывай имя Бога на бой, на ложь, на блуд, на измену,
призываю имя Бога, которое будет оживлять людей, которое будет восстанавливать города в духовном мире, в Его царстве. Совсем другая атмосфера, семья. И Ему нужен ты, человек, здесь, на земле, который ходит по этой земле, который слышит и видит, который имеет разум. Ты нужен Богу. Ты являешься Его глазами. Ты, человек, являешься Его ушами. Ты, человек, являешься сердцем Бога. Ты, человек, являешься устами Бога. Поднимайтесь, люди! Пусть придет жизнь в каждый дом. Пусть придет жизнь. Жизнь, о которой вы не знали. Жизнь, о которой вы даже не слышали. Жизнь с Богом, которую вообще невозможно рассказать. Об этой жизни невозможно научить, как ей жить, чтобы ее пережить, чтобы понять, нужно жить с Богом, быть в Нем, молиться в Нем, верить и идти. О Бог! Пусть прямо сейчас срываются цепи ада, открываются темницы, открываются запертые двери, чтобы ты вышел не только душой, не только разумом и сердцем, а чтобы ты полностью вышел на свободу. Свобода. Свобода в Иисусе Христе. Свобода в истине. Свобода. Принимай эту свободу сейчас, которая изливается в твою жизнь. Свобода. Сейчас Бог срывает дух нищеты. Дух нищеты в твоей душе, в твоей жизни. Ты был нищий во всех твоих сферах. Богатство Бога — это не иметь финансы этого мира. Богатство Бога — иметь Его милость в своей жизни. Дух нищеты распакован. Свобода. Свобода в каждой жизни. Кто тебя сковал? Парализованные люди сейчас встают. Прямо сейчас сходит огонь в кости. Огонь в кости. Вставай. Кто тебя сковал? Почему ты еще не свободен? Будь свободен.
свободен сейчас в своей атмосфере, в своей ситуации. Почему ты даже своей болезни имеешь рабство? Ты свободен, даже если ты больной. Ты свободен, даже если ты не имеешь финансы. Ты свободен, даже если ты одинок. Иисус излил эту свободу. Он говорит, вы больше не рабы. Ты больше не раб. Свободен идти. Свобода, свобода Бога живого. Свобода Бога живого. Бога. Будь свободным от ситуации. Просто скажи, это не принадлежит мне. И я свободный, даже если я нахожусь в этой ситуации, я свободен. Свободу высвобождает сегодня Бог. Тебе забыла. Дух Святой, научи. Научи. Мы ничего не знаем, что приготовлено сегодня Богом для каждого из нас. Научи, Дух Святой. Научи видеть все, что сейчас находится рядом с каждым. Что сейчас находится в твоих руках? В каком ты живешь сейчас элементе? Какая сейчас атмосфера в твоем доме? Ты просто не знаешь. Если бы ты знал, ты бы радовался. Радуйтесь. Радуйтесь. Говорит Библия. Святое Писание. Радоваться могут только свободные. А человеческий разум, который имеет логику, он не понимает, как можно радоваться в болезни. В болезни можно радоваться, если ты знаешь, что она не принадлежит тебе, даже если она находится в тебе. И так можно говорить за каждую атмосферу. Пусть придет сейчас именно
не хватало тебе, это свобода в каждом твоем дне. Это свобода в каждой твоей ситуации. Это свобода в увиденном тобой, услышанном. Аллилуйя. Полная свобода. Свобода. Свобода Святого Духа. Свобода Святого Духа, которая освобождает, которая вкладывает понимание, которая ведет, которая учит. Свобода в твоем служении. Свобода в том, что ты делаешь. Свобода в твоей вере. Свобода в твоих действиях. Внутри тебя живет Бог. Если ты отдал Ему свою жизнь, если ты принял Иисуса Христа своим Спасителем, а если нет, то прими и скажи: я грешный человек, я раскаиваюсь в своих грехах, и я хочу иметь другую жизнь. Я хочу иметь свободу сегодня. И я принимаю тебя, Иисус Христос. Ты мой Спаситель. Я хочу отдать полностью тебе свою жизнь. Отдать полностью тебе свою жизнь. Отдать полностью свою жизнь. Отдать полностью свою жизнь. Не какую-то часть. Не какую-то часть, которой тебе не хочется жить. Полностью. Полностью свою жизнь, как хорошая, так и плохая семья. Пусть сейчас придет в церковь Иисуса Христа понимание. Пусть придет сейчас в христианство понимание. Отдать полностью жизнь. Не только свою болезнь. Не только свою проблему и зависимость. Отдать полностью свою жизнь в руки Спасителя, в руки Бога Иисуса Христа. Пусть придет понимание это сейчас. Каждое служение там. Там, где обращаются люди к тебе, Иисус, полностью отдать свою жизнь. Это и есть самое мощное откровение, которое так и не понято христианством, которое отвергнуто христианством. Отдать полностью свою жизнь. Каждый элемент, каждую сферу. Понимание о свободе. Отдать полностью свою жизнь. О, пусть приходит вся свобода в понимание. Ты не свободен. Ты еще не отдал.
свобода! Свобода! Я отрекаюсь от тебя, дух этого мира. Я провозглашаю, что никакая зависимость алкоголя, наркотиков, блуда, сплетен, волшебства и колдовства не принадлежат мне. Я отрекаюсь от тебя, дух этого мира. Никакая гордость принадлежит мне. Я отрекаюсь от тебя, дух этого мира, что никакая физическая боль, которая находится в моем теле, не принадлежит мне, так как я приношу царству Иисуса Христа, и я провозглашаю свободу. Свободу от всех мыслей второго неба, от всех действий ада. Свобода! Иисуса! Иисуса! Высвобождай свободу. Скажи, моя семья свободна. Мое окружение свободно. Я двигаюсь в свободе. Иди, неси этот свет свободы. Иди, неси этот свет свободы. Ты есть свет. Пришло время оставить рабство. Пришло время повернуть. Пришло время выбросить все прошлое. Забыть. И начать новую жизнь с Иисусом. Новую, полную. Новую полную жизнь. Прямо сейчас все сломывается. Прямо сейчас свергается этот пласт рабства. Во имя Иисуса. Мой Бог творит. Площадка свободы. Мой Бог творит все новое. Мой Бог творит все новое. Все новое. Во имя Иисуса. Все новое.
который перемещается, который двигается, который везде, который сейчас здесь на земле. Сейчас та часть, которая рождена свыше в тебе, Дух Святой получает свободу. Свобода. 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 От демонического контроля. Свобода. Элементов греха. Свобода от идолов. Свобода от человеческого контроля. Сейчас прорисовывается образ Бога. Носи внутри себя образ Небесного Отца. Который есть любовь. Которая есть радость. Каждого из нас стоит армия ангелов, которая служит именно тебе, вокруг тебя, сосредоточено небо, потому что ты создание Божье. Спасибо! Спасибо тебе, Иисус Христос, за то, что оживил! Спасибо тебе, Иисус, что каждый день мы отмираем от этого мира, что каждый новый день мы теряем функцию познавать этот мир, питаться от этого мира. Спасибо тебе, Иисус, что ты умер и воскрес за меня, за каждого человека. О, Иисус, спасибо! Спасибо, что принес свободу в жизнь, в человеческую жизнь. Спасибо, Иисус, за то, что ты вдохнул дыхание жизни, которое несовершенно.
познавать совершенство, искать совершенство. Иисус, Иисус Христос, о, пусть увидят это имя сейчас в разных городах и странах. Пусть это имя будет написано на заборах. Пусть это имя будет написано в каждой жизни. А имя Иисуса Христа в твоей жизни — это твое личное свидетельство, которое ты будешь писать, которое ты будешь показывать другой жизни. Иисус пишет свое имя. Он прописывает свое имя в сердцах, которые посвятили Ему жизнь. Твое имя будет написано на небе. Пусть знамение, радуга, солнце, пусть твоя погода будет сейчас в нашем городе, в городе Вюрцбурге, в тех городах, за которые мы молимся. Пусть твоя погода меняет сейчас климат нашего города Вюрцбурга. О, Бог! Прямо сейчас начинает светить свет. Свет Бога. Во имя Иисуса. Погода Царства Иисуса Христа. Погода. Солнечная погода, когда все расцветает. Погода проливного дождя Духа Святого, который поливает, чтоб мы росли, а потом снова свет. Свети, мой Бог, свети, Дух Святой, свети. Свети, свети. Если ты хочешь подниматься, если ты хочешь укрепляться, если ты хочешь, чтобы твоя корневая система, она углублялась в почву царства, если ты хочешь, чтобы ты рос, ты плодоносил, получи свет. Получи свет неба. Этот свет, это и молитвы. Можно даже пережить его силу физически. Свет, который собьет тебя. Свет, который разбудит тебя. Свет, который ослепит тебя.
который откроет твои глаза. Пробивается свет. Он начинает стучаться. Стучаться. Скажи, я хочу видеть тебя, мой Бог. Я хочу видеть твой свет. Свет, который разрежет твою темноту. Свет. Все есть.
на твоем столе. Да будет свет. Свет Бога живого. Да будет свет. Который будет высвечивать. Да будет свет. Который будет греть. Да будет свет. Который будет показывать. Сейчас в твоей атмосфере. Да будет свет сейчас в твоей ситуации. Да будет свет.
чтобы ты увидел, чтобы ты распознал ситуацию. Чтобы ты увидел проблему, что за этой проблемой стоит. Ну, тебе нужен свет. Если ты получил диагноз, ты должен понять, почему он в твоей жизни, это диагноз твоей физической боли. Какой грех активировал в тебе это? Возможно, проклятие. Возможно, боль. Или какая любовь. Возможно, Бог тебя остановил в твоем плане. И сейчас его план. Да будет свет. Да будет свет, семья. Я сейчас прямо в конце попал в элемент Бога. Я вбежал в какое-то здание. Оно какое-то было такое древнее. Там были старые доски, какая-то пыль. И все, что я понимал, мне нужно искать свет. И я не знал, что мне делать. Я стал метаться. Семья, это реально. И начал вспоминать, как я могу, что я могу сделать, чтобы свет пришел. И я начал получать знания, движение, семья. Первое, когда у тебя ничего нет, ты берешь две палочки или одну и просто крутишь, крутишь, крутишь это движение. Получается огонь. Так добывали огонь первобытные люди. Свет физический на этой земле. И каждый раз человек понимал, что свет, он состоит из движения. Скорость меряют светом. Огромные гидростанции получают свет, электричество из-за потока воды, семья. Существуют мельницы, различные здания, которые имеют крутящий момент и получают свет. Есть такие аппараты, которые ты крутишь одной рукой, кто-то встречал, и горит лампочка. Движение. И потом начал говорить: Бог, двигайся. Дети Бога, двигайтесь. Двигайтесь в молитве. Двигайтесь в звуке. Двигайтесь в слове. Двигайтесь в чтении Библии. Двигайтесь в общении. Движение, которое даст тебе Божий свет. Но человек, он заменил это естественное движение. И сегодня созданы системы, которые просто стоят и пол, и знаете, притягивают свет. Но в этих источниках очень мало энергии. Их нужно миллионы создать. Тебе нужно движение Духа Святого внутри тебя. Движение, семья. Двигайся. Пусть твой дом будет в движении звука. Включай звук, музыку. Включай свои уста. Включай мечту Бога. Пусть с сегодняшнего дня придет свобода в каждую сферу. В каждую сферу любого человека, который сегодня двигается. Который сегодня ищет. Спящий гигант проснется. Церковь поднимется. Сила Бога удвоится. Утроится. В 30, в
60 и 100 крат придет жизнь твою. Бог живой! Воздай ему славу! Бог живой! Бога слышно! Бога видно! Поэтому мы будем продолжать кричать! Будем кричать и орать! Свет! Жизнь! Свобода! Любовь! Движение Духа Святого! Ангелы Херувимы! Чудеса и знамения, сверхъестественные исцеления, как на душевном, так и на физическом уровне. Звук неба, слово, которое пронзает тьму, молитва. Имеет радиус не только 7 зданий. Молитва, которая имеет радиус атмосферы города, страны этого мира. Двигайся в это. Двигайся в это элемент. Двигайся в эту свободу. Твое имя уже записано на небесах. Да какая разница, как нас здесь называют? У нас будет вечное имя, которое уже приготовлено, написано в книгу жизни. И то, что мы слышим в наш адрес, как нас обзывают и как о нас говорят. Мы дети Бога. И то имя, которое мы услышим в своей жизни, уберет все прошлое. Уберет все имена. И ты будешь жить с одним единственным именем, который дал тебе Бог вечно. Живи в этом. Иди в это. Амен. Папа, ты чудесный. Папа, небесный Папа, ты живой. Аллилуйя. Вся слава Ему, церковь. Амен.